Папа. А скажи, как у тебя дела-то? Хорошо у тебя дела? А? Давно тебя не снимала. Мы все болели. Нас не видно было. Болели. В обморок падали. Сейчас обследуемся. Тоже такой был трэш какой-то, по-другому не сказать. Потом расскажу. Сегодня сделали УЗИ головного мозга. 27 июля будем поступать в неврологическое. Сказали, конечно, из КТ мозга надо делать, но это все сделают в больнице. Сосуды, чтобы проверить. Такая она все время болеет, квелая. В общем, мы весь месяц проболели. Сначала я болела, потом Совка болела. Вот. Мы так с ней неделю я, неделю она. Сначала она заболела, потом... Потом она принесла не ротовирусную, больше сказать, как кишечную. Вот. С кишечником у меня были проблемы, короче. Потом она опять заболела. Потом опять я заболела. И потом она уже в конце, тут недавно, 31 мая, упала в обморок. Вот, ездили, ну, вызвала я скорую. Ездили в больницу, сказали, планово ложитесь, чтобы вас обследовали. А пока сделайте УЗИ. Окулиста надо пройти, чтобы посмотрела глазное дно. Вот завтра едем. Вот, и кровь вот сдали. Так что такие вот дела. Болели, болели, много болели. Ну так, вкратце рассказала. Не хочу об этих болячках постоянно говорить. Ну вот как-то вот так вот. Весь май просто вот. С болячки на болячки. Говорю, 31 мая завершилась четко так, ее обмороком. Вот. До этого у меня вот блог, я его выставила уже, наверное. С днем, день рождения мы ходили к ее подружке. И все, и после дня рождения мы болели очень долго. Вот. Мы тут на площадке, на Куковке. Ну что, Софа, куда дальше? Во-первых, всем привет-то. На площадке. Ладно, будем гулять. Ходи, ходи, бегай. Ну, так что вот такие вот дела. Лечимся. Садик она у меня не ходит. Сняла я ее с садика. Мало ли там рухнет в обморок. Кто ей поможет? А то хоть я с ней рядом. Ну, с утра Владик. Вот. С утра с ней Владик. А днем уже я прихожу. Я же теперь на две работы хожу. И вот. С утра он с ней помогает мне хоть. На солнце нет, но есть одна очка. Так что вот так вот. Вообще. ЧП за ЧП у нас. Покачать тебя? Я тут тоже хожу, проверяюсь по врачам. После ковида, говорю, каждый месяц вот у меня вот горло болит, кашляю. Сходила к Лору, она мне назначила Маматрино. Вот это спрей, который повышает иммунную систему. Систему, получается, носоглотки, полости рта. Но это, конечно, гормональный. Так как я аллергик, я вот пользуюсь Элакомом мазью. Мне просто другая не помогает. Ну, у меня топический дерматит, и я всю жизнь на ней, и на этой мази. Она мне сразу помогает. Я один раз намажусь, если зачешусь, все. Моментально все проходит. А с этим спреем не знаю, что делать. Но я так уже устала. Просто каждый месяц горло болит. Много обошла. К эндокринологу сходила, везде. УЗИ сделала, ходила к гинекологу, тоже делала УЗИ. Мне остался ФГС. Я, по-моему, все сделала, все, что можно. Анализы всякие сдала. Вот. Пока тут болела, да. Совки тоже тут что только не сдавали, не знаю. Просто может после ковида до сих пор так штырит, плющит, по-другому не сказать. Такое состояние. Все время это, ну, заболеваешь, иммунитета нет. Вот хочу еще к иммунологу сходить. С ней и сама хочу тоже к иммунологу, потому что... Ой, молодец какая. Надоело уже болеть. А? Ну ладно. Чего ты говоришь? Ладно, будем гулять. Ну что, вот так вот. Да, смотрю. Угу. А, ой-ой-ой. Колготки видно, да?
Ну ладно, еще увидимся, не знаю. Сделала ногти на лето такие. Ядрен батон, конечно, яркие. Поиграй вон с девочкой. Это хорошо, что девочка зовет играть. Иди с девочкой побегай. А я отдохну. Я такая, я отдохну. Я просто с работы, с двух сегодня. Плюс сегодня сюда приехали к врачу. Я что-то уже так устала. Готовить надо, дома дел хоть. В шапке спи. А самое интересное, что, ну, когда работаешь, ой, нет сил дома убираться. Ну, я работаю физически, вот, в копимастере работаю и в оптике, вот. И там убираешься, и там убираешься. Просто домой приходишь и это, просто рухаешь. И все, просто сил нету. Ну, ладно. Теперь девочка села поиграть. Пусть играет, я вот рядом постою. Вот, ой. Так вот, такие вот дела. Ладно, попозже сниму что-нибудь. Не знаю, что снимать, все время дома, да. Что-нибудь поснимаю. Ну, так что, до встречи. Всем привет, мы тут гуляем. Приехали в Глазном посмотреть. К офтальмологу глазное дно посмотрят. Ничего не снимаю, потому что каждый день мы ходим к садику, гуляем с детишками. Вот сегодня хоть, не знаю, были сейчас это, да, на батуте. Большая, да. Но, а это какая? Средняя. Средняя, да. Нельзя на большие. Тебе нельзя, да. Уже на батуте были, на паровозике тут прокатились, на древлянке. 100 раз уже снимала, поэтому видели. Вот, сейчас пойдем за углом. Новое зрение. Это наша организация, начальница, три магазина. Мама, да. Это не школа, не сад. Это дом. Там дом, а это площадка. Угу, такая скромненькая здесь площадка. Не качели. Мишка такой симпатичный. Мама, и три радуги. Ага. Чего? Тетки. Какие тетки? Тетки. Еще раз. Вот тетя, помнишь, мы сюда заходили? А, глазки смотрели? Помнишь, да? Нет, в том году, не? Тетя, а, к тете Наташе? А. Она злая. Ага. Заходили с бабушкой как-то, да. Она Наташка. София. Наташка. Так нельзя говорить. А что она говорит? Я беру. Все, София плющит. Тут, я не знаю, школа, не школа. Вот. Ну ладно, так вот тут. Но спортсменка. Карелия. Лето прекрасное просто в этом году. Тепло. Погода просто супер. Ну то, что облачно, ничего страшного. Так очень классное лето в этом году. Это совсем уже другой день. Мы тут на набережной. На каруселях. Вечер. Вот ждем Олю с Настей. Сесть. Ну правда грязно, наверное. Я не влезу, Соф. Да. Вот. Развлекаемся как можем. Редко снимаю. В основном, конечно, мы ходим к садику. И там с детишками гуляем. Ой. Как неудобно тут. Ну так только. Я же не влезаю, ноги тут для малышей. Повезешь меня, да? Закрыли. Ой, так что вот так вот, планово ляжем мы с ней, получается, 27 июля в больницу, в неврологическую. И вот за неделю нужно все анализы сдать. Вот, и я сейчас тоже со своей щитовидкой разбираюсь. Вот, так что работаю. Работаю я уже на 3 работах. Вот, 1 официальная, 2 неофициальные, в общем. Честно, нет сил снимать и времени, потому что дома куча дел. Да, София? Вот мы с Софией вечерами гуляем, то в садика, то вот сегодня на набережную пришли. Завтра вроде как поедем на озеро, но посмотрим. А зачем ты все мне это даешь? Как у тебя дела-то? Рассказывай. Соф. Сейчас переверну на себя. Я подстриглась. У меня такой маленький хвостик сегодня решила
не распускать. Что-то хвост захотела сделать, для не укладывать. Вот. Не помню, говорила, что у меня повышенное ТТГ. В четверг у меня получается 24-го будет УЗИ. Ну все, мы приехали. Долго-долго меня тут нужно. Ну все, мы приехали. В плане того, что... Ну, София, подожди. Долго с поликлиники не звонили, что насчет УЗИ мне. 2 недели я ждала. Наконец-таки я дождалась. Я уже это психанула, записалась платно. Ну, ладно, отпишусь. Так что решу сейчас до того, как ляжем в больницу, с щитовидкой разберусь. Вот. А остальное, в принципе, ну, по врачам хожу, проверяю, все нормально. В принципе, у меня аллергия, она у меня сейчас в ремиссии, как говорится, спит. Все пока нормально. Вот. В среду 23 числа буду сдавать на антитела. Хочу узнать, потому что ковид бушует. Я больше не хочу так болеть, задыхаться. Если у меня антител нет, я, наверное, скорее всего, буду делать, потому что сейчас пришел ковид с Индии, с индийским штампом. Вот, честно, жить-то хочется. Надо жить, и как бы... Если мало антител, я буду делать. Вот. Что сказать, работаем, лечимся потихонечку. Софии сейчас вот для сосудов пикамелон даю, невропатолог назначила, магний B6 даю. Вот. И уже перед тем, как нас определят, не стационарно, а в больницу будем лежать там, на ночь будем оставаться. Вот, дадим все анализы, на ковид надо будет сдать. И полежим с ней. Пока вот такие планы. Что еще? Все вроде. Вот сидим сейчас, ждем наших знакомых. Так хорошо на набережной. У нас такая жара пришла. Просто эти дни вообще будет 30-ка. И скорее всего будем на озеро выезжать, потому что дома нереально сидеть. У нас еще солнечная сторона, мы просто вот, у нас эти вентиляторы работают, и то не спасают. По идее, надо будет потом в хорошем, случае ставить хотя бы один кондиционер. Вот, и он уже будет по всей квартире идти. Квартирка-то у нас маленькая, я вот маме говорю, давай на следующий год кондиционер возьмем. Ну, посмотрим. Так что вот такие дела, поэтому... Блоги буду снимать, но редко, потому что, сами понимаете, на 3 работах и дома куча дел, да. Вот. Поэтому не теряйте, все у нас хорошо. Потихонечку живем. Ну ладно, все, вот такие вот новости. София меня уже освободила. Все. Вообще прекрасная погодка. Супер. Так что, наверное, на этом можно закончить влог. Я не знаю, я посмотрю, если он маленький, то закончу озером сейчас. А так, всем хорошо настроение, не болейте. Вот, так что я не пропала, и меня тоже... А? Не теряйте меня, вот. Буду снимать. Обязательно буду снимать. Как смогу. Что? Ждите влоги, пишите вопросы ваши. Может, какие-то вопросы есть. Хотя, наверное, сейчас у многих отпуска. Ну, кто-то работает. Если есть вопросы, пишите, не пропадайте тоже. А прошлое видео почему-то до видео, которое день рождения было, влог, и до влога, который был день рождения, до видео вот этого, до влога был другой влог. Это не я, это уже YouTube заблокировал комментарии. Вот. Не знаю почему. Ничего, я думаю, что этот влог не будет мне блокировать мои комментарии. Ага. И вы сможете мне что-то написать. Все. Увидимся. Приехали мы на Сямозеро. София играет.
Сегодня мы приехали в деревянное, недалеко от нашего дома. Вчера все мы здесь были. Сегодня в деревянное приехали. Дома нереально находиться. Жара такая. И вот 2 дня мы на озере. В пятницу ходили на аттракционы. Завтра на работу все. Прости, вот там вот у людей дома, дачи. Кто-то живет там, у кого-то дачи. Хорошо. Кроссовки спортивные. Совка тут играет. Я надпись писал, он не показывает. Что делаешь, Софа? Что-то все делает, делает. Все готовит, все тружится. Труженица. Да, София? Труженица. Нет, ты можешь описание фото сделать. Маска, мы так чай делаем. Смотри, как мы чай делаем. Молодец. Делай, делай чай. Сезон. О, воды. Снимай. Снимаю. Снимай. Крокодил там плывет. Побежали. Побежали от крокодила быстрее. Хорошо, да, София? Теплая водичка. Вот. Бабушка, он с тобой. Крокодил за вами плывет. На память хоть снять, да, мама? Кадры. Кадры из нашей жизни. Что еще летом делать? Только купаться. Куда еще ездить? Море теплое, озеро теплое. Озеро, да. А море. Ну, какая красота. Облака. Сосенки. Не надо далеко, Юра. София, спасибо. Скажи дедушке, не заплывай далеко. Не далеко. Ай-яй-яй, пожопи у нас купалочки. София, побаши ручку. Крокодил! Софа, побаши ручку-то. Побежали, крокодил! 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 Хочешь на крокодил? Что ли здесь очень прям земли дорогие? Это хорошо, и озеро тут есть. Соф, только не ломай, пожалуйста. Приехали мы опять на пляж. Сейчас я. Вот. Какой. Замок построили. Я, конечно, не вижу ничего, что я показываю. Я надеюсь, что видно будет. Такой вон замок построили. Соф, не ломай, пожалуйста. А не ломай, Соф. Классно, молодцы. Тут вход такой. Но замок, проходы тут. Это башенки, домики. Молодцы. Классно вообще. Отсюда покажу. И вот мы на Сян-озер опять. Но сегодня вода какая-то прохладненькая. Народу немного купается, но очень много загорает.
Да, так ничего не купаются. Как тебе водичка? Да. Всю неделю мы дома гуляем на площадках, а на выходных мы выезжаем, да, на Сянозеро. Холодно, да. Красиво здесь построен домик, да? Ой, упал.